Понятно, что у всех не получится, но желаю вам успеха, быть внимательными, аккуратными, но быстрыми. Смотр конкурса по скоростному маневрированию хорошо считать открытым. Бокс пройден чисто. Следующий машин на змей. Государственное учреждение города Москвы, пожарно-спасательный центр выступает. Данное подразделение данного центра дежурит во всех районах. Машина уходит на параллельную парковку. Со следующего года будет эвакуация неправильно припаркованной пожарной машины. Максим! Максим, давай! По максимуму! Третье место, кто займет, танцует вальс на машинах. Это будет красиво.